Скажите, что мы празднуем 3 июля? День города? Нет, я не знаю. Праздник большой. Какой? Я не знаю. День независимости. О, да. А почему? Что произошло 3 июля? Почему день независимости? Ну, лучше не знать, я историю вообще не знаю. День независимости Республики Беларусь. Что произошло в этот день? Освобождение Минска было? День независимости. А почему именно в этот день? Мы освободили Республику Беларусь в этот день. День независимости. А почему именно в этот день? Я даже не знаю. Чё ты на меня смотришь? Я вообще в школе не учился. День независимости. А почему именно в этот день? А ответов нету, да? Потому что в этот день наша страна стала свободная и независимая. От кого? От фашистов. День независимости. А почему именно в этот день? Даёшь ты. День Победы. Ну, в каком-то роде, да. День Победы. Независимости. Ну, победили. Ну, День Победы ведь. День независимости. А ну, потому что так выбрали. Ну, в этот день, точнее, чуть раньше, Беларусь была независимой в составе Советского Союза. День независимости. А почему именно в этот день? Потому что в этот день освободили Минск. Вот немецко пружки захватчик. Третий день независимости Беларуси. А почему именно в этот день? Потому что она Беларусь получила свою независимость от других. А куда идти надо? День независимости Республики Беларусь. Потому что 3 июля прекрасный день. День независимости Республики Беларусь. А почему именно 3 июля? Честно говоря, я не знаю. Наверное, связано со Второй мировой. День независимости. А почему именно в этот день? Освобождение Беларуси. День независимости. Потому что в 94 году было принято решение, произошло освобождение от немецко-фашистских захватчиков. День независимости. А почему именно в этот день? Вот мы не знаем. Это плохо? Ну, как сказать. Почему? Вы что, издеваетесь, что ли? Ты знаешь, что? Ну так ответьте, пожалуйста. Старче, то, что ты придумал, то и празднуй.